Добрый день, дорогие мои друзья. youtube.com Милагурзуф. Находимся мы в Гурзуфе. Приветствую вас, дорогие мои друзья. Гурзуф любимый приветствует вас. И это мы находимся на спуске на набережную. Он наш там бульвар. Общество здоровья, художественный салон. И вот тоже вокруг него можно пройти, спуститься к пляжу. Сейчас много гостей опять идут. Кто с пляжа, кто это? И вот обратите внимание, я сейчас иду и смотрю. Карамельные яблочки. Дорогие мои, молодильные яблочки. Обратите внимание. Вот сейчас мы установили тут режимчик температуры. И вот эти вот вкусняшечки, вот сейчас такое будет самое настоящее, замечательное яблоко любого сорта. Just apple. Яблоки в карамели. Карамель может быть любая. По вкусу. Не трожь. Сейчас сам процесс посмотрим. Это просто прикольненько, это интересненько, это новенькое. Вот два яблочка подготовят сейчас. Они на таком вертеле. На деревянном. Так. Вот сайт. Вот, да, то мы включаем нужный режим, да? Чтобы карамелечка разогрелась. И вот эта вкусняшечка замечательная. Just apple. .club. Не работает. Да? Не работает? Сайт не работает. Ну ладно. Главное, что суть в том, что мы сейчас будем делать молодильные яблочки. Вкусняшечка. И наступает, дорогие мои друзья, сладкая-сладкая жизнь. Так, вот, yes. Аж слюнки побежали. Классненько, оно застывает, Школьненько, мальчишки заинтересовались. Аппетит приходит во время еды, дорогие мои друзья. Так, есть? Маша, бери. Это вот чистые. Она чуть-чуть. Чистые. Выкручивайте его. Потому что она без посыпки, поэтому она печет. А посыпка какая бывает? Посыпка. Кокос, расскажи. Кокос, арахис и цветная посыпка. Цветная посыпка, кокос, арахис. Ой, в сторону машины большая. И что там еще? И без посыпки. И без присыпки. Вот что? Еще бы, если бы денежку убрали, я бы убрала эту, вот эту вот. Да, уберите денежку. А я покажу. Вот сейчас, смотрите, вот, видите, вот они. Такие хорошенькие. И вот сейчас мы смотрим. Это гости заказывают без присыпки, но их надо вертеть надо, да, и они застывают. Приятного вам аппетита, уважаемые! Приятного вам аппетита! Спасибо! Скажите, откуда вы приехали? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Передайте привет вашим друзьям. У меня YouTube. Всем. youtube.com Мила Гурзуф. Возьмите визитку. Да, сдаем. Итак, дорогие мои друзья. Приезжайте в гости к нам. youtube.com Мила Гурзуф. Подписывайтесь, ставьте плюсики. И приезжайте к нам в гости.